ты в опилках купаешься? А если ящик какой-нибудь перевести и потом выпустить? А? Там же есть большие ящики. Кто его потащит? Вот тот ящик 300 килограмм, по-моему, или 200. Да, ну. Там нам не переехать бы. Опилки. Тонь, ты что, опилок не видел никогда? Просто сыра у тебя. Ой, ты че? О, брейк. Нижний брейк. Нет. Надо хоть иногда в этот большой выпускать, целый день себе. Не, она бегает там в большом. Просто эти Мишка с Машкой драться начинают. Территорию делить ту.